Bien, llevamos. Эта неделя у нас была обычной. Что касается наших игроков, да, они работают. Еще могу отметить то, что у некоторых игроков есть небольшой дискомфорт, но ничего страшного, работаем в обычном режиме. Да, конечно же, мы знакомы с Марселом. Я еще знал его лично до приезда в Оренбург. Любая информация, которая есть о тренере, либо о команде, поможет в подготовке нашей команде. Но опять же, сейчас будем эту информацию использовать, будем работать усердно и постараемся эту игру предстоящую выиграть. Давай.